Здравствуйте! Вас приветствует канал Ренбулум ТВ. И сегодня в нашем видео я покажу, как сплести вот такой вот браслет сердцебиения на нашей обычной вилке. А также продолжается на нашем канале еженедельный розыгрыш наборов Ренбулум среди подписчиков канала. Для участия вам просто нужно быть подписчиком нашего канала и оставлять комментарий под нашими видео с пометкой «Конкурс». В тексте комментария нужно написать свое имя и текст. Я участвую в конкурсе от Ренбулум ТВ. Победителя определяем каждую субботу, выбирая случайный комментарий под нашими видео с пометкой «Конкурс». Всем удачи! Для нашего браслета сердцебиения на вилке нам понадобится вилка, резинки красного цвета и резиночки белого цвета. И также крючок. Берем белую резиночку, одеваем на первый зубчик и на последний зубчик, закручивая восьмерочкой. Вот так вот. Теперь берем резиночку красного цвета и одеваем ее также на первый зубчик и на последний зубчик. Снимаем с одной стороны, снизу, слева, серединку белую резиночку. С правого зубчика красную резиночку мы снимаем, одеваем на левый зубчик. Также и с правой стороны мы одеваем еще белую красную резиночку. Белую мы снимаем серединку. Слева направо мы одеваем красную резиночку. Одеваем белую резиночку, уже не закручивая восьмерочкой, на первый и последний зубчик и снимаем первые резиночкой красного цвета зубчиков в серединку. Далее так же самое продолжается наша последовательность, которая продлится до конца браслета. Одевается красная резиночка первая, с левой стороны снимается в серединку белая резиночка. Красная резиночка одевается на левый столбик. Еще одна резиночка красного цвета одевается на зубчики. Теперь с правой стороны белую резиночку снимаем. Красную на правый. Теперь одеваем белую резиночку. И снимаем первую резиночку красного цвета и последнюю резиночку красного цвета. Так вот, с левой стороны и так же самое с правой стороны. Вот так. И вот у нас получилось первое сердечко. Сейчас мы... Важно следить, чтобы резиночки не зацеплялись за зубчики. Вот так вот он повернул. Вот получилось первое сердечко. И также мы плетем до конца. Мы одеваем, снимаем с левой стороны, одеваем на правую, на левую. Теперь одеваем, снимаем с правой стороны. Снимаем с правой стороны, одеваем на правый столбик, одеваем белую резиночку на первый и последний столбик, и вторая резиночка и последняя резиночка в серединку, и также здесь вот так вот. И получилось уже два сердечка, вот таких два наших сердцебиения, и плетем так до конца. Итак, мы сплели браслет сердцебиения на вилках до нужной нам длины, и теперь мы будем заканчивать. У нас на нашей вилке в данный момент две резиночки, поэтому мы их берем две, захватываем крючком и перевешиваем на один столбик с другим. Берем, так вот немножко в сторону отворачиваем, так. И оттягиваем резиночки так, чтобы все четыре резинки можно было удобно ухватить крючком. Вот так вот.
Теперь одеваем все 4 резиночки на 4 зубчика. Берем нашу клипсу и одеваем все резиночки в клипсу. Вот так вот и снимаем с вилки. Вот такой вот браслет у нас получился. Теперь берем первую нашу резиночку. Вот она. Так. И одеваем также в нее клипсу. Закрываем наш браслет. И все. Наш браслет готов. Можно его одеть на руку и идти. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте наши видео.